Всем добрый вечер. Сегодня... Какое у нас сегодня число? 15. Сегодня у нас 15 июля 2023 года. Мой муж сделал мне кровать, построил своими руками. От первого до последнего винтика. И вон какая спинка. Все вручную сделал. И вот какая спинка. С дуба. Он нашел где-то кусок дуба, и вот из него сотворил такое чудо. Настоящее произведение искусства. Красота какая. А кровать царская. Теперь я не то что принцесса, теперь я королевишна. И можно сказать, даже царица. Горжусь. Вот он, мой герой. Продолжает трудиться. Он делает для ламелей такие специальные планки. Потом сюда будут положены ламели. Такие из ольхи. Из ольхи. Очень полезное дерево для организма человеческого. И опять же, а потом будут положены сюда перины. Саморезы, смазанные льняным маслом. Да. И я буду принцесса на горошине. Нет, я буду... Королева на горошине. Нет, я буду царица. Класс. Здорово. Я в восторге. Я очень рада. Молодец. Спасибо тебе, мой муж дорогой. Мой любимый. Спасибо. Да на здоровечко.